сейчас покажу, как я умею ПВП-хаться на 1.9, просто я топ ПВП на этой версии, да, ну, от 1.9, да, потому что на 1.8 все могут ПВП-хаться, ну и ниже, да, но я умею ПВП-хаться на новых версиях, все говорят, что эта версия плохая, но на самом деле, это не так, наверное, боже мой, что происходит? Генерация карты. Окей, дайте мне походить хотя бы. Чё, мне ходить нельзя, что ли, пацаны? Вы вообще офигели. Давайте, всё, 3, 2, 1. Тут вот такие зельки есть, которые вот так вот. Блин, у меня анимации нету. Чё, мне всё включать, что ли? Вот. Блин, только подлагивать будет. Стой, пацаны. Я же должен видеть. А тут вообще хардкорно будет. Пошёл отсюда. Пошёл! Слышь ты, я тебе сейчас на... Нет! 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 Пошел отсюда! Ну, ребята, это были всего лишь зельки, это же не ПВП было, поэтому... Ну, зельками там любой лузер, блин, убить может. Да, лузер, точнее. Вот сейчас мы... Я думал, попадется другая игра. Вот, смотрите. Смотрите. Вот я его сейчас найду. Видите, он прям уже... По его лицу видно то, что он меня сейчас просто... то есть проиграет, да. Вот. Давайте мы его вот так вот просто. Так, все, пошел отсюда. Я кушаю. Дай покушать. Кушать? Люблю кушать, все. Ничего не знаю, все. Я. Нет, почему он такой умный? А? Да пацан! Да я покушать! Не-н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 е! Да пошел ты нафиг, слышь! Да я же кушаю! Он питался яблоками, а я нет. Все. Так, все. Пошел отсюда. Понял, да? Понял. Видите, как надо? Нихера он жесткий. Да пошел ты. Блин. В смысле? Блин, капец. Давайте еще одну карточку, чтобы я вам точно доказал, что я умею играть. Просто читер, видимо, был. Невидимо, а так и есть, потому что я... Вообще почти там каждого побеждаю, ну там просто подаюсь иногда, да, специально. Ну, чтобы обидно вам не было, да. Здорово! Бля, даже нельзя это. Шайки не пускать. Так, стенку. Строю стенку. Так, сколько блоков? 16 блоков, это типа на 2 стены хватит. Так, ладно. Па-п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 а
Там ничего нету, ты не знаешь. А, у-ху, лам упал. Ха-ха, лоб. Пошел отсюда. Лузер, так. Давай, давай, еще щит меня удай. Видите, у него не получается, он лошок вообще. Нехило! А ты что так быстро бьешь, пацан? Так не делай. Ты доказал, что ли? Он с щитами играет. Не-не-не-не, он с щитами, если что, играл, да. Ну, короче, просто одни читеры играют, да, поэтому я проиграл. Все. Да, я на самом деле умею пропекаться. Вы ничего не думайте, просто... Ну, короче, когда-нибудь докажу, то, что я умею пропекаться, да. Все. Блин. Ну, может быть, даже в этом видео. Ну, просто понимаете, там, одни читеры играют в том мини-режиме. Видите, вот у этого чувака там, вот даже чувак сам как читер выглядит. Блин, капец. Короче, ребят, всем привет, с вами Лев, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт. И сегодня, в принципе, я вам расскажу, как бы, да, почему я не снимал так долго ролики, да. Вы, наверное, задаетесь этим вопросом, еще задаетесь вопросом, то, что у меня какого-то фига 88 подписчиков, хотя было там почти 120. Короче, все в ролике. Если, конечно, я там буду это рассказывать. Короче, ребят, все, там, погнали, да, погнали, там, ничего, да. Там все расскажу, короче, да, все, погнали. Ёпта. Всем привет, с вами Лев, и сегодня, бляха. Ну что ж, начинается наша первая катка. В принципе, окей, я только не понимаю, почему на этой карте, где еще сундуки. А, подождите, внизу, наверное, да? Внизу же.
Может, что-то внутри есть? А, да, есть, смотрите. Окей, я понял. Короче, сейчас расскажу, попытаюсь рассказать про тему, да. Что с роликами, почему я так долго не снимал, да. Вот так вот как-то, да. Да, алло, да вы... Так, хорошо. Ясно все с тобой. Пацан, ну пожалуйста, ну... Так, все, убегаем просто. Нафиг отсюда. Нафиг не было. Так, надеюсь, внизу никого нету. Так, он там, подождите, он внизу, меня спалит, походу. Так, давай, ешь. Подожди, останавливай. Так. А, он ушел, хорошо. Почему я не снимал так долго ролики? Все-таки я их снимал. Да, я снимал ролики. Вы не думайте, то, что я просто сидел, ничего не делал, ленился. Я реально пытался... Ни хрена себе, бедная елочка. Походу, Нового года не будет просто, да. Давайте я заскриншотю, может, на превьюшку пойдет. Я не знаю. Дело в том, то, что я снимал видео, я их снимал, и снимал, где-то снял 4-5 роликов. Только мне они не понравились. То есть я понимал то, что если я их выложу, то они вам вряд ли понравятся. Да и этот, наверное, вам не понравится, но все-таки этот, наверное, уже последний ролик будет в этом году, поэтому всех уже, наверное, с Новым годом, да, или с наступающим. Ну, пока что с наступающим, да. С Новым годом будет позже чуть-чуть. В принципе, записываю я в 28-й, если что, да. Ну, чтобы вы понимали, 28 декабря. И выйдет где-то в 29-е, да, 29-е, наверное, выйдет, да. Извините то, что я как-то могу запинаться, все такое, да, потому что, ну, реально, я уже, наверное, каток 30, просто вот реально, я 30 каток пытаюсь одну и ту же тему рассказать. Я реально устал, я уже, блин, весь потел, если честно, блин, что одно и то же говорить. Такие фейлы происходят в играх. Вы где-то, да? Ну, вы поняли, думаю, меня. Ёлка уже сгорела почти вся. Капец, блин. Какого фига, зачем вы это делаете, блин? Собаки охренели. Бедный Новый год, блин. Да. Бедная ёлка, точнее. Ну, окей. В принципе, я снимал ролики. Как вы уже, думаю, поняли. С моего очень медленного, просто. Очень медленного рассказа, да. Я думаю, вы поняли то, что, ну, я их снимал, но я их не выложил, потому что, ну, потому что у меня постоянно времени не хватало, реально, мне постоянно не хватало времени, мне хватало только на запись роликов, и то я их сейчас уже удалил. То есть там я хотел записать Santu Size на Хайпикселе, и на Хайпикселе хотел Гринч Симулятор записать. Это такие новогодние мини-режимы, да, которые добавили. Хотел их записать, но, как вы видите, я их не записал. И, наверное, записывать не буду. Хотя, не знаю, как получится. Кстати, приходите на стрим 2 января. Да. Я его уже там, как бы, на канале... Ну, то, что трансляция будет уже... Можете увидеть, найти, да. То, что там уже планируется трансляция, да, на 2 января. Типа новогодний стрим, да. Ну, не в первое, конечно, но во второе, в принципе... Тоже, думаю, получится. Я просто, ну, первое, наверное, не смогу стримить. А вот во второе смогу. Первое, как бы, буду праздновать, все такое, да. Ну, я, наверное, сделаю еще поздравительный ролик, да, в Новый год. Когда у меня там как раз будет Новый год. Ну, прям в то время, когда будет уже Новый год, я в тот же момент выйдет ролик, точнее, да. Я на YouTube просто установлю время такое, да. По московскому времени, да. Новый год. Наверное, да, вот по московскому времени Новый год будет, да. Ну, поздравления я как бы сделаю, да, для вас, да, ролик запишу. Так, а, кстати, два игрока осталось. В принципе, ребят, правда, извините, то, что не записывал, у меня особо причин нету, я просто сказал, то, что у меня времени нету, и вот как-то так, да, в принципе, правда, извините, то, что очень плохо комментирую. Просто я не очень устал, честное слово, у меня 10:30 уже времени, поэтому уже сложно комментировать, плюс я еще тут больше часа уже, наверное, пытаюсь рассказать вам эту тему, блин. Ну и 30-40 минут, я не знаю, сколько прошло времени уже. Наверное, 40 минут, но это все равно много.
на один рассказ. Блин, блин, ты тут, пожалуйста, ну давай ты человеком будешь, дай мне выйти, пожалуйста, не надо воду убирать. Так, а может быть она, ничего не подумает. Ну, может быть она, кстати, не подумает. Так, пожалуйста, блоки, блоки, блоки. Сокотина. Ничего. Ха-ха! Я победил! Капец! О, да, просто, да, ГГ напишу, просто. Ой, как прям, я не знаю, я прям рад, потому что за все эти катки я не смог выиграть. Хотя бы каточку выиграл. Ну что ж, давайте пойдем все, в принципе, в катку следующую, да. Кстати, начало, которое вы видели, я как бы, ну, для тех, кто не понял, я это, типа, рофлом сделал, да. Ну, типа, я специально говорил то, что я там лучше всех PvP, и все такое, это, да, все такое, да. Так, если кто не понял, ну вот, в принципе, хорошо. Давайте, в принципе, я спущусь. Тут, наверное, тоже сундук. Фух. Давайте я расскажу про, почему у меня сейчас 88 подписчиков. Не знаю, еще на момент видео, ну, выход видео сколько будет. Может быть, тоже 88, может, 87, я не знаю, может быть, 89. Может быть, вообще ничего не изменится. Как я уже сказал. Как-то так, да, то есть у меня было почти 120 подписчиков, а стало 88. И, типа, почему так, вы спросите, да? Ну, ребята, оказалось то, что YouTube очищал, как бы, подписчиков, которые неактивные на YouTube. То есть аккаунты, которые неактивные были, то есть которые подписались на мой канал, но потом перестали активничать на этом аккаунте, YouTube решил удалить этих людей, которые вообще уже не пользуются аккаунтом. И я считаю, что это правильно, потому что, ну, я вообще думал то, что какой-то опять баг Ютуба. Я надеюсь, то, что активных людей он не удалил, да. Да и плюс неактивные люди, это, скорее всего, были какие-нибудь боты, реальные люди. Ну, типа, потому что аж 100 там подписчиков почти, типа, ну, или 30. Типа, ну, не может только быть, типа, неактивных аккаунтов. Я так понимаю. Это же, наверное, не те люди, которые просто меня не смотрят. Это наверное, именно активные, неактивные. Так, чувак, извини, что я так сделал. Правда, да. Сори. Так, не знаю, зачем ломаю. Пустые. Так, чуть не умер. Ну, вы видите, да, мой уровень игры. Так, через 2 минуты что-то будет. А, ефил сундуков, окей. В принципе, как-то так, да. Как видите, начало у меня ролика было веселым. Здесь уже, наверное, не будет так весело. В принципе, вроде как все рассказал, то есть YouTube вот так вот почитал, сделать, и в принципе, ну, у меня же, почему я сказал про ботов? Я сказал про ботов, потому что у меня, как бы, накручивали подписчиков до 300 почти, и не все боты удалили YouTube, наверное, может быть, все, не знаю, и вообще я поначалу подумал, что у меня просто столько списалось, потому что это боты были, ну, возможно, это реально были боты, только YouTube это просто сделал как неактивные подписчики. Подумал так. Не знаю, как там на самом деле. Может быть, это реально. Реально были боты, а может быть, это были подписчики, которые, ну, мои подписчики, которые просто реально подписались, смотрели, но потом перестали. И вообще, я не знаю, про аккаунт забыли или еще что-то. Я так понимаю. И вот поэтому удалил YouTube, в принципе, да. Ну, все-таки пускай будет меньше подписчиков, но главное, чтобы активнее, потому что, ну, типа, я считаю, что так правильно будет, да. В принципе, ладно, ребят, как-то так рассказал. Извините, то, что запинаюсь. Реально, очень сложно говорить. Так, посмотрим, что у нас тут есть. У нас тут есть всякие яйца. Опа! Опа! Так, давайте спрячемся. Делаю. Золото тут всякое. Богатый, видимо, в этой наезжей. Не надо! Собак, вот крыс, вот петушок просто. Петух. Так, по ногам, чтобы не попал. Давай, давай, стреляй дальше. Чё? Чё это было? Да он мне через дыру бьёт какую-то просто. Еще есть сундуков, супер вообще.
Подсосни. А, я все равно убил. Ну, понятное дело, он как бы подсосал, все такое, да. В принципе, ребята, как-то так, да. В принципе, думаю, на этом буду заканчивать видео. Правда, уже устал записывать. Было сложно, да. Простите, правда, что видео получилось вот таким вот, наверное, не очень, да. Ну и все-таки поздравляю с вас. Ну, вас поздравляю с Новым годом. С наступающим, да. Нового года пока что нету. Но все-таки он уже близок, поэтому там, не знаю. Вот как-то так, да. В принципе, всем спасибо. Подписывайтесь на канал, там, если не подписаны. Всем спасибо, всем пока. И удачи. Пока-пока. И да, это последнее видео в этом году. Не знаю, это уже сказал или нет. Походу, да. Ну, короче, все. Всем спасибо, всем пока.